Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Сегодня мы продолжим листать уникальный альбом «Рысисты и скаковой спорт. Российская империя. 1904 год». И расскажем о лучших конозаводчиках начала 20 века, работавших в рысистом направлении. Что ни страница, замечательное имя и не менее замечательные достижения в конозаводстве. Владимир Смирнов. Его великолепная призовая конюшня украшала скаковую улицу в Москве, и в ней работал знаменитый тренер-наездник Иван Барышников. А конный завод находился в Московской губернии Верейского уезда. Владимир Охотников. Это он купит легендарный завод Шишкина и будет также вести заводы в Воронежской и Оренбургской губерниях. Князь Александр Голицын, владелец завода во Владимирской губернии. Граф Павел Шувалов в Рязанской. Сергей Живаго в Московской. В начале 20 века рысистое конозаводство процветало. Знаменитые орловские рысаки прочно вошли в российскую жизнь и экономику огромной страны. Порода была многофункциональной. Орловец использовался как выездная и извозчичья лошадь и в городах, и в длительных поездках по необъятным просторам, и как улучшатель рабочих лошадей. Именно поэтому орловские рысаки в больших количествах и закупались государством для заводских конюшен. Благодаря орловцам резко возросла производительность российских крестьянских хозяйств. Одним словом, орловский рысак превратился в стратегически важную часть экономики Российской империи. Мощь и сила огромной аграрной страны надежно опиралась на орловского рысака, предмет восхищения и зависти других государств. С появлением на ипподромах России тотализатора появилось еще одно направление работы с орловским рысаком – бега, что вскоре навсегда изменит судьбу породы. Тотализатор породил и новое русское сословие. Конозаводчиками становились самые богатые, образованные и успешные люди империи. Это было почетно, это было выгодно. Получить резвую призовую лошадь теперь стремились все. Стало модным приливать к орловскому рысаку американскую кровь. В своей подкованной истории о Якове Ивановиче Бутовиче мы рассказывали о профессиональных дуэлях между орловцами и метизаторами до революции. Позже орлово-американские помеси получат статус породы, она станет называться «русский рысак». Здесь стоит отметить, что многие заводчики добивались резвости, трепетно сохраняя типы ценные рабочие качества орловского рысака, вели мудрую и талантливую селекционную политику. Среди них был и наш сегодняшний герой – Николай Павлович Малютин. По сведениям, на 1900 год его конный завод был одним из лучших в России. Малютин был крупным промышленником, владельцем торгово-промышленного товарищества «Малютин и сыновья», потомственный почетный гражданин Курской губернии. Конный завод Малютина располагался в Львовском уезде в селе Богоявленское Быки, близ станции Иванина, Киевско-Воронежской железной дороги. Говорил Малютин мало и очень медленно. Однако то, что говорил, оказывалось всегда необыкновенно уместно и умно. Его глаза и лицо очень напоминали глаза и лицо Тургенева, в особенности выражение глаз. Малютин был чрезвычайно добрый и мягкий человек. Многие считали его гордым и недоступным, но то, что принималось за гордость, в действительности было застенчивостью. Малютин трудно сближался с людьми, но в своих отношениях оставался верным и постоянным. Вот как рассказывали о нем его современники и коллеги. В конозаводстве имя Малютина связано с жеребцом летучим, портрет которого написал великий русский художник Серов. Этот портрет находится сейчас в музее коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Орловский рысак Летучий родился в заводе Шилова. Летучий был лошадью необыкновенной силы и строгим в езде, чрезвычайно пылким, но уж очень хорош на ходу, бежал блестяще и был победителем императорского приза.
Малютин заказал написать портрет Летучего еще совсем молодому и бедному художнику Валентину Серову. Художник жил в доме, принадлежащем Малютину, и тот предложил ему написать портрет в счет платы за квартиру. Малютин изначально сумму гонорара не озвучил, и Серов, работая, постоянно говорил коллегам-художникам: «Ну как думаете, рублей 20-то мне заплатят?» Однако пришедший в восторг Малютин заплатил за портрет 300 рублей. Николай Павлович очень дорожил этой картиной, даже поместил ее в своей спальне в изголовье. Перед смертью в 1907 году он подарит картину когда-то работавшему у него наезднику Чернову, который потом продаст портрет в коллекцию Бутовича, и работа Серова станет ее жемчужиной. Спортивная карьера Летучего закончилась в 1886-м, но не слава. В заводе Малютина он стал основателем выдающейся линии орловской рысистой породы. Его сын Громадный стал идеалом орловского рысака. Громадный отличался отцовской мощью и капитальностью, ростом, аристократизмом, породностью, сухостью, поразительными линиями и львиным взором. Внук Летучего, сын Громадного, Крепыш, стал одним из самых выдающихся рысаков в истории России, ее национальной гордостью. Следуя общей моде конца столетия, Малютин тоже делал попытки скрещивания орловцев с американским рысаком. Им были приобретены американские кобылы, и первый метисный жеребенок, родившийся в заводе, это была кобылка, получила многозначительное имя «Быть может». Но помеси по экстерьеру настолько не удовлетворяли Малютина, что конозаводчик прекратил эти селекционные эксперименты, дав последнему родившемуся в заводе метисному жеребенку кличку «Брось мудрить». Николай Павлович навсегда отказался от идеи скрещивания и выпродал всех американцев и метисов из завода, придя к выводу, что орловский рысак не нуждается в прилитии американской крови, что в самой орловской породе заложен такой огромный потенциал, что если вести с породой работу грамотно, можно добиться и выдающейся резвости, и знаменитый на весь мир тип орловца сохранить. Завод Малютина не переживет революции и войн начала 20 века. Но выращенные в нем лошади настолько широко разошлись по России, что их потомки имеют влияние на породу и в наши дни. Пока Малютин и другие великие русские конозаводчики получали лошадей высочайшего класса, исторические процессы шли своим ходом. Уже существовала социал-демократическая партия, и она уже была расколота. И в результате этого раскола появились большевики. Все действующие лица, которые вскоре уничтожат труды славных российских конозаводчиков, да и не только их, уже были на местах. Давайте внимательно посмотрим, в каком историческом контексте развивалось рысистое конозаводство в интересующее нас время. Открытие Транссибирской магистрали дает новые возможности для освоения богатств Сибири и Дальнего Востока, и Россия становится опасным конкурентом Западу в Тихоокеанском регионе. Начиная с конца XIX века, Российская империя переживает колоссальный экономический подъем благодаря реформам Сергея Витте. Однако обратной стороной этих реформ станет национализация производства и повышение акцизов. Большая часть налогового бремени ляжет на самые бедные слои населения. Тяжелая жизнь и жертвы во имя развития экономики будут вызывать все большее и большее недовольство, в том числе и у образованных слоев населения. Это приведет к серьезному усилению левых настроений. Во всем ощущается предчувствие революции. Горький пишет свою знаменитую песнь о буревестнике. Появляется газета «Искра». Как всегда в таких случаях, чтобы отвлечь народ, нужна была маленькая и победоносная война. А поскольку наши войска уже стояли в Маньчжурии, нашлись советчики, которые убедили императора, не лучше ли их там и оставить, и забрать Маньчжурию. А рядом Корея, там леса. Так давайте купим концессию на разработку леса и вместо рабочих будем использовать солдат. Ужас охватил российский МИД. Дипломаты говорили, что Япония этого не потерпит. А в ответ слышали: война все равно будет, поэтому нам нужно все это делать раньше.
И государь увлекся этой идеей. Министры и дипломаты-миротворцы, которые в России испокон веков были в загоне, пытались объяснить императору, что маленькой победоносной войны может и не быть. Но им было сказано, что мыслят они узко и что геополитические интересы империи требуют действий. Известно, что самодержавие – это ведь ухо, и чтобы быть приближенным к этому уху, нужно говорить то, что хочет царь. Все, что случится дальше, и Первая мировая, и революция, и звероподобная гражданская, все это родится из крови той русско-японской войны, о чем и предупреждал Иван Станиславович Блеох, герой одной из наших подкованных историй и отец известного конозаводчика Генриха Блеоха. В это же время из Верхоленской ссылки сбегает 23-летний Лев Давидович Бронштейн, находившийся там на поселении. В Иркутске он получит новый паспорт на фамилию Троцкий. Вероятнее всего, это был похищенный документ умершего полковника Николая Троцкого из города Елизаветграда, родных мест Льва Бронштейна. В это же время и Владимир Ульянов получает новый паспорт. Будущему вождю достается документ вологодского помещика Ленина. Паспорта не имели тогда фотографии, и почистить записи было делом несложным. Таким образом, эти две фамилии навсегда приклеятся к их новым владельцам. Альянс Ленина с Троцким в этот период будет непрочным. Когда в Российской социал-демократической партии произойдет раскол, Троцкий примкнет к меньшевикам, и на 14 лет они станут с Лениным врагами. Вскоре Троцкий сформулирует принцип захвата власти руками пролетариата, а затем станет заместителем председателя Совета народных депутатов. Саму идею Советов поддержал Николай II, когда назначал комиссию по расследованию событий Кровавого воскресенья. Именно эта комиссия и предложила рабочим выбрать представителей, которые должны будут передавать их требования властям. Троцкий умел заводить толпу и обожал аплодисменты. И если в Ленине во всем чувствовалась деловитость, то Троцкий был человек-фейерверк. Если бы революция 905 года удалась, вождем стал бы Троцкий. Ленин тогда возглавлял всего лишь группу большевиков в социал-демократической партии, а Троцкий через Совет представлял всех питерских рабочих. Но восстание 905 года было подавлено. Русско-японская война закончится подписанием Портсмутского мира. Несмотря на то, что в Цусиме и Порт-Артуре погибали русские солдаты, Ленин охотно пользовался японскими деньгами, чтобы финансировать борьбу за власть, руководствуясь принципом «враг моего врага – мой друг». Вплоть до 1917 года Ленин и Троцкий будут жить за границей. Троцкий предпочтет Вену. После Октябрьского переворота владелец знаменитого венского кафе «Централь» скажет о Троцком: «И этот человек сделал революцию в России, так он же нам еще за кофе должен». Этот обруч сломился и распался, и вместе с тем распалась на части старая царская Россия. А тем временем в российском рысистом конозаводстве тоже продолжается война. Сторонники американского рысака и орлово-американских помесей воюют со сторонниками разведения орловского рысака в чистоте. Одним из ярчайших так называемых «митизаторов» был талантливый заводчик Николай Васильевич Телегин, знаток рысака, по сути, отец русской рысистой породы, владелец конного завода, который в будущем станет называться Злынским конным заводом номер 15. Завод Телегиных был основан его отцом, статским советником Василием Николаевичем, который разводил рысаков орловской породы. Конозаводство было делом для Телегиных семейным. Но как тут не вспомнить крылатое чеховское? Фамилия такая, словно бы лошадиная. Каждый приезд молодого Телегина на конзавод превращался для округи в настоящий праздник. Вино лилось рекой, пиво ручьями. В усадьбе гремели концерты привезенных хозяином артистов. Николай Васильевич слыл барином справедливым. К примеру, если во время охоты его собаки случайно затравили крестьянскую овцу, цена которой была 3 рубля, Телегин платил ее хозяину все 30. Злынцы о подобном убытке в своем хозяйстве только и мечтали. О Николае Телегине, кстати, писал Куприн в рассказе «Рыжие гнедые серые вороны». Телегин широко смотрел на беговое дело. Оно было для него не просто забавой или прибыльным занятием. Нет,
Он лелеял грандиозные замыслы устроить новый, строго нивелированный ипподром, причем не в столицах, а где-нибудь на юге, в Одессе или в Севастополе, где воздух теплее и насыщеннее кислородом от близости моря. Там, говорил он, русский рысак в условиях, недалеких от калифорнийских, утрет нос американским рысакам и покажет себя в истинном блеске. Вот оно дело государственное. Но этим мечтам сбыться было не суждено. 2 марта 1917 года император Николай II отречется от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. А тот все будет откладывать принятие власти до решения учредительного собрания. В результате она перейдет ко временному правительству. Из Нью-Йорка с 10 тысячами долларов США на революционную деятельность в Россию вернется Лев Троцкий, а из Германии – Ленин. Троцкий будет выступать в передвижном цирке «Модерн». Здесь на публике он отрабатывает свои агитационные приемы. Он словно иллюзионист, выдает желаемое за действительное. Скоро в цирк он превратит весь Петроград, а затем и всю Россию. Через свою сестру Ольгу Бронштейн, жену Каменева, Троцкий принимается наводить мосты с Лениным. Союз этих двух людей, которые больше 10 лет осыпали друг друга самыми нелицеприятными эпитетами, среди которых Иудушка и политическая проститутка были едва ли не самыми скромными, одно из самых загадочных явлений истории. В ночь с 24 на 25 октября произойдет переворот. Власть перейдет к большевикам. Телегин уйдет из жизни в этом же 17 году. Умрет от инфаркта. Но его усадьбу крестьяне не тронут. Один из построенных им деревянных амбаров, не говоря уже про кирпичные конюшни, прекрасно сохранился до наших дней. Вдова Телегина Татьяна Николаевна умудрится в пекле гражданской войны сохранить костяк племенного табуна. И белым, и красным она будет отдавать лошадей каких похуже, а лучших еще какое-то время продолжит тренировать. Конечно, конный завод и имение Телегиных национализируют, а часть лошадей и инвентарь раздадут местным крестьянам. Врагам революции объявят беспощадный террор. С этого момента слово «беспощадный» надолго станет основным в лексиконе советской власти. Лев Давидович Троцкий займет пост наркома по иностранным делам. И одним из его первоочередных указаний явится рассекречивание всех договоров России с союзниками по Первой мировой войне. Их опубликует сначала «Нью-Йорк Таймс», а затем и «Манчестер Гардиан». Эти публикации станут настоящим землетрясением, обвалившим всю европейскую дипломатию. Для США и Великобритании придание гласности этих договоров будет выгодно. Это даст повод от них отказаться. Там содержались обязательства в отношении России. Теперь их можно было не выполнять, тем более что победа в войне была уже близка. Плоды этой победы достанутся Британии и, главное, США, которые и станут первой скрипкой на послевоенном театре. Вероятно, у Ленина тоже были обязательства перед Германией за оказанные ему услуги. Но иначе как объяснить, что 3 марта 1918 года большевики подпишут, не читая Брестский договор, на условиях унизительных и невыгодных для России? Для России, сражавшейся наравне с Британией и Францией в Первой мировой и вынесшей на своих плечах ее тяготы. Более того, Россия сделает многомиллиардную выплату Германии. Русское золото поступит всего за месяц до капитуляции. Также будут потеряны важные балтийские порты. «Ради нашего мира с Троцким стоило потерять Эстонию и Латвию», скажет Владимир Ильич. К счастью, начальник военно-морских сил Балтики Алексей Счастный успеет увести флот из портов, которых лишилась Россия в результате Брестского договора. 260 кораблей без единой потери пройдут сквозь льды и встанут в Кронштадте. Вскоре Алексей Счастный будет расстрелян по приказу Троцкого за отказ уничтожить корабли Балтийского флота. За первые годы советской власти из России будет вывезено золото, драгоценности, произведения искусства, иконы. Это будет беспрецедентное по масштабам хищение. Разграбленная Россия потеряет 12 миллионов населения и 15 миллионов поголовья лошадей, почти половину от того, что имела. Так начнется новый период в истории отечественного конозаводства. Оставайтесь с нами, нас ждут новые подкованные истории.